What's up, guys? С вами MLK, Милка, и я продолжаю играть в игру под названием Stranded Deep. Поскольку этот остров я уже весь обшарил, ничего полезного не нашел, я решил сменить остров. И поскольку вот этот остров, как бы, ну, как мне кажется, ближе находится ко мне, то я поплыву, наверное, к нему. Хотя... Да, наверное, я поплыву к нему. Заодно вы сейчас увидите систему гребли. То есть, как вы можете управлять этой лодкой. Заодно, может быть, найдем на своем пути какой-нибудь луп или затонувшую лодку, или корабль, не знаю. Посмотрим. Так, здесь почему-то начала играть музычка. Акул я пока что не вижу, и это очень радует. Так, наверное, чтобы мы быстрее плыли, давайте я подойду вот этим к бортику. Так, начала играть музычка. Радует. Плыть вам нужно, ну, где-то минуту, может, полторы, вот так вот, если быть точным. Ну, я точно не знаю, поэтому, посмотрев данное видео, можно будет засечь, сколько занимает путешествие от острова до острова. Ой-ой-ой-ой, сейчас выпаду. Так, акул... Нет, акул я пока что не вижу. Хотя нет, ребята, смотрите, раз остров, с которого я отправляюсь, два остров, три остров, четыре остров, пять остров. Пять островов я сейчас вижу. Так, блин, я даже не знаю. Ну, давайте, ладно, к этому буду продолжать плыть. То есть, их здесь немало, и не исключено, что когда я приплыву к острову, которому я держу сейчас путь, что там вдалеке появится еще несколько островов, которым можно будет доплыть. И за это тоже разработчикам огромный плюс. Также специально сделали систему такую, чтобы вы не могли доплыть быстро от острова до острова. Вот. Из-за этого как бы не пропадает интерес. Блин, пропадает, сказал же. Не пропадает, в общем-то, интерес к игре. То есть она не надоест так быстро, как бы надоела быстро, если вы переплывали там за 30 секунд. От острова до острова. Вот поэтому тоже за это разработчикам отдельный плюсик. Так, сколько еще плыть? Еще немножко. Ну, по идее, вот, как бы, кажется, да, что еще вдалеке остров. А когда вы... А, вот, видите? Он провиднелся. То есть прорисовалась текстурка, и как-то вот за секунду он оказался вроде бы ближе. Музычка какая-то пугающая. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Нам осталось плыть совсем немного. Плыву я уже 3 минуты. Ну, сколько записи прошло? 3 минуты уже 12 секунд. То есть, где-то минуты 3 вот так вот, да, вас будет занимать на то, чтобы переплыть от острова до острова. Да, то, что я вам говорил. Видите, подплываю я уже к этому островку. И вдалеке провиднелся вон еще один остров. То есть их здесь немало. Поэтому вы себя сможете занять по-любому в этой игре. И она вам надоест не быстро. Даже, может, вообще не надоест. Будет очень круто, если добавят мультиплеер. Вот реально будет супер. Там создавать всякие колонии, чтобы можно было. Было бы реально жесть. Так, ну, поскольку мы добрались до этого острова, я думаю, что можно взять в руки топорик. И насчет деревьев, да? Вы можете рубать только вот такие пальмы. Вот эти деревья вы их не можете срубать. То есть, если вы будете махать, то ваш топорик будет как бы проходить сквозь дерево. А если вы будете вот эти вот пальмы рубать, то... Слышите, да? Все нормально, короче. Так, что это у нас? Обломки какого-то корабля, наверное. Так, здесь дырки, в которых обитают эти вот крабы. Мне нужно много камней. Также было бы круто, если бы я нашел... А, вот я, кстати, вижу один камень. А было бы круто, если бы я нашел ласты. Тогда я бы смог поплавать быстрячком под водой. Потому что, ну, как бы без ласт я очень стремаю плыть. Ибо там акулы. Если они меня увидят, то все, мне не сдобревать.
Так, палку я, наверное, пока что выкину. Потому что палку можно добыть всегда, срубав дерево. Так, выкидываем. Так, камушек, камушек, камушек. Где ты, мой хороший? Вот, рог. Все, подобрал. Еще камень. СБС. И еще два камня. Супер, этот остров богат на камни. На камни, на ой-ой-ой-ой. Отлично, просто супер. Еще два камушка, и я смогу сделать копье. Ой, еще один камень. Только мне нужно что-то выкинуть. Ладно, давайте, наверное, тогда на берегу выкину. Не, хотя... Вот здесь вот выкину вот эту вот фигню. Вообще не понимаю, зачем она. Войл какой-то. Сделано из волейбольного мяча, красок каких-то. В крайнем случае, я смогу его подобрать обратно после того, как запилю себе копье. О, вижу еще камень. Просто супер. Так, даже два камня. Отлично, ребят. Три камня. Да ты что? Офигеть. Так, выкидываем на... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько там палочек нужно? Сейчас посмотрю. Фундамент. Нет, никто. Момент. Самодельное копье. А, блин, что-то я завтыкал. Да, там еще надо рок-шер. Я не знаю, что это такое. Ну... Тогда можно запилить огненную яму. Ладно, берем тогда обратно. Чтобы сделать огненную яму, нам потребуется сам кемпфайр, то есть сам обычный, ну как бы обычный костер. Огненная яма повышает прочность костра. Значит, нам надо соорудить обычный костер. И накидать возле него 6 камушков. Окей. Тогда, так сколько у нас там? 8, да, надо, если не ошибаюсь. А, не, 5. 5 палочек. Отлично. Тогда мы сюда, наверное, накидаем сейчас. Раз, два, три. Ой, сколько камушков там потребуется? 6, да, все, 6. Окей, раз, два, три, 4, 5, 6. Так, теперь берем топор. Рубаем эту пальмочку. Так, рубайся, ну. Так, супер. Так, один столбец здесь. Так, есть. Мы не можем, к сожалению, на первой... Вот этот версий 001 строить дома. Это из-за того, что мы не можем скрафтить фундамент. А там все базируется в основном на фундаменте. То есть, если у вас нет фундамента, то, соответственно, вы дом не построите. Ну, как бы фундамент здесь требуется для того, чтобы можно было скрафтить либо лестницу, либо какую-то опору, либо еще что-то. Забавно, да, забавная здесь система рубания. Нравится, очень даже нравится. Ой-ой-ой-ой, что-то ее так откинуло. Так, еще несколько ударов. Отлично, берем эти палочки. Идем, скидываем их опять на эту кучу. Так, ну давайте побольше накидаем. Так, кемпфайр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не, стоп, отмена. Кемпфайр, а, ну да-да. Поставим, ну, где-то давайте здесь вот. Так, камушки, их нужно раскидать поближе к костру. Два, три, вот. Видите, появляется опять у нас такая а-ля табличка маленькая. И теперь можно скрафтить фарпит. Воу, вот это ништяк.
заодно возьмем зажигалку. Ну, подпалим, наверное, уже когда потемнеет. Если до этого дойдет дело. Так, здесь мы давайте, наверное, сохранимся. Так, save game. Пересохранить. Все норм. Так, сейчас я посмотрю, что еще можно скрафтить. Интересно. Какой-то вертел, не вертел. Так, замечательное дополнение к яме, которое позволит вам беспроблемно готовить пищу. А, я понял, что это за вещь. Так, в принципе, я могу даже ее скрафтить сейчас, потому что мне потребуется... так, campfire, да? А, fire pit, точнее. Три палки и один роуп. Веревочка. Так, как раз у меня веревка есть. Скинули ее. Три палки, раз, два, три. Вот. Воу! Хо-хоу! Ништяк! Супер просто, жесть. Так. Крыша, да? Я смотрю, можно соорудить крышу. Для этого требуется... Что-то я не пойму. А, фундамент, да, фундамент требуется. Пальмовые вот эти вот типа ветки. Палки. Блин. Печально. Тогда не будем больше возвращаться к крафту зданий. Так, что у нас там по времени? 11,5. Отлично. Так, плот. Можно запилить плот, посмотреть, как это будет выглядеть. Опоры. Опять-таки, опоры я не могу сделать, потому что требуется фундамент. А, плот. Плот я тоже не могу сделать, потому что... не добавили эту систему крафта еще. Так, ну я так понял, что все, что возможно скрафтить, я уже скрафтил. К сожалению, это только костер. Хотя, давайте сейчас посмотрим, что здесь есть еще. А, точно, надо... палка, веревка и два камня. А, не-не-не, все, ребят, я понял. Чтобы крафтить фундамент, нам потребуется... Так, сейчас я вам покажу, что для этого потребуется. Блин, еще нужно камень. А, вот как раз камень есть. Так, веревка, палка и два камня. Хорошо, по времени. Так, что успеваем. Так, выкидываем камушек. Веревку и надо палка. Палка, палка, палка. Где-то... То здесь нет палки, да? Так, топорик быстро. Надеюсь, успеть за эту серию вам показать. Ну, хотя бы уже скрафчу специальный молоток, благодаря которому я смогу делать этот фундамент, крафтить плот и все остальное. Так, куда его здесь? Да, где-то скинул. Да, отлично. Так, скидываем. Вот, у нас Crowd X, а нужно Crowd Hammer. Вот. Теперь мы сможем крафтить... Вот, видите, Campfire. Что это такое? Почему он синеньким выделился? Ладно, не в этом суть. Так, сейчас мы подпалим его. Вот, отлично. И нам потребуется 8 палочек. Так, берем опять наш топорик. Идем, собираем палки. О, вот заодно это камень. Рок. А, да, обычный камень. Так, будем, наверное, все скидывать сюда. Так, все ненужное я пока здесь скину. Чтобы не засоряло, чтобы я сразу мог нарубать, там, взять эти 8 палочек. И принести их сюда. Так, опять. Ой, что-то не вы... А, нет, все нормально. Так, берем молоточек. И рубаем дерево. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилась данная серия. В следующей серии я вам продемонстрирую, как можно скрафтить фундамент и все, что с ним связано. Всякие там плоты, опоры и тому подобные вещи. Еще раз всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилась данная серия. Смотрите новые серии, предыдущие серии и до скорых встреч, ребят. Всего хорошего, пока-пока.